молился, и, конечно же, когда мы расслабились, когда завела юность, она отправилась в монастырь к служению. Так вы знаете, что и никто не даже не пытался отпустить, хотя и было желание у них затвор не молиться, молиться опять не самой себе, а молиться о мире, о своем монастыре. Отец был рядом с ней, но кто же ее отпустит? И она была послушанием, затвор не уходит, хотя послушает свои маленькие вещи. Как вам не радоваться, когда она, будучи игуменькой, учреждает духовное училище? Это в то время даже школ-то не было. И принимает сюда девочек, и обучает их выживанию, и чтению, и живописи. Как вам не радоваться, когда она сама выбирает и отбирает учителей, благочестивых учителей, которые не научат других особому благочестию? Как же мне нам не радоваться, когда игумень Арсения заступает за своих наследников и говорит таким несколько, что она не может изгнать никого, ибо их призвала сама Божья Мать. Как же об этом разве не арестовали? Удивительно жизнь преподобной игумени Арсения. Последний путь, последнее паломничество, уже в возрастном возрасте, после старшего возраста, она опускается в 1905 году, дабы помолиться мощам преподобного Серафима Саровского. Что ей двигало? Ей двигало истинное. Ей двигало любовь. Ей двигало жизнь. Ей двигало радость. А то, что будет встреча. Встреча со святыней, встреча со святостью, встреча с самим небом, встреча с собой, жизнью и жизнью Бога. Вы знаете, именно в этот день игумения Арсения ставилась, но она проводила этот день. То есть Господь дал ей возможность зрить свои приключения, зрить свое будущее. И потому она даже заранее была на себя. Оно было полностью ее жизни. Сюда и здесь ее покорение. Повторюсь, друзья, это удивительная, преображенная жизнь. Но обращаю внимание, что все вокруг нее было преображено. Все, чем не казалось ее рукам, все, к чему она наказала, что она не делала, все расцветало миром, тишиной, красотой, радостью. Мы сейчас подумаем, как же нам жить, как нам пребывать в этой жизни, как нам продлевать ту суету, которая окружает нас. Да, пожалуйста, если это прекрасно, самолюбиться, прекрасный пример. И, конечно, с ним примером нам нужно подражать. Помните, как Бог оставался, подражать не как я Христу. Так давайте попробуем подражать жизни святой игумени Арсении. Но в чем подражать? Только в делах. Наверное, дела не самые главные. Потому что часто человек что делает, едет на себя терпеть, превозноситься, кичиться. Но когда в деле проявляется сама любовь, само милосердие, само понимание прощения, то терпение, и самое главное, проявляется радость, вот тогда это дело действительно дело Божье. Какое бы дело мы с вами ни делали, пусть будет самое малое или самое большое, что здесь какие-то таланты, но пусть они будут насыщены. Ибо если нет любви, то я ничто. А именно Арсения, стяжав Бога Божия, сама была на себе этой любви. Эту любовь дарила каждому.
Будет молиться в нашем умерстении и просветлении. Святая от Матери умерстения, молитва Бога о нас. Скажу вам, друзья, что известны и чудеса творили при Пресвятой Софии, в случае описаны, когда действительно люди получили здоровье по молитве Матери Христины. Это тоже праздник. Ее любовь до сих пор проявляется к нам. И поэтому, возносясь на этой молитве, открывая свое сердце, нашу речь к Богу через молитву в свое прощение, мы тоже дарим эту божественную любовь. Конечно, очень радостно того, что именно я был растение прославлен. И теперь вы знаете, наверное, каждый год приходит у нас рождественские обряды крещения и друзья. Из прошлого года мы уже называли осенние чтения. Я надеюсь, что в этом году осенние чтения пройдем здесь, в городе Жемчужине, и частично, наверное, в нашем устрицевом деревне. И подвязалось это именно в России. Друзья, с праздником вас, радостью, мира. Напомню еще, что жизнь с ним растворена за ним во всех других, как в Индии, кому-то вышел человек и вынес, и раскрыл ковчег, и все задержки. Вот подлинная православная вера отдать себя усилия во времени этой жизни. И тогда определяется то, что пишет дальше. Подлинный я, подлинный в жизни, пребывание в Боге, а Божьей не зависит. Бог может спать и верить.